30 миллионов мы получим за счет перевыполнения таможенных платежей, которые поступают от плана Одесской области. Я хочу напомнить, что 70 миллионов, которые до этого были выделены в прошлом году, они были выделены по линии администрации морских портов, и кабинет министров утверждал дополнительным пунктом финансирования данного проекта через администрацию морских портов. Поэтому у нас сегодня есть достаточно, скажем так, средств и понимания, чтобы этот проект реализовать. Технически мост может быть готов в течение 4-5 месяцев. Сегодня 30 августа 2018 года. Мы находимся на паромной переправе. И за нами находится мост, который уже долгие годы планировался. Наконец-то его начали строить. И вдруг неожиданно строительство все заморожено. По какой причине, непонятно. Вроде бы уже даже зам мэра города Черноморск круг был в Киеве. Сказали, что деньги дали. Но мы сейчас не видим ни одной строительной техники, никого. Все краны расплылись и ни одного рабочего. Получается еще один образец бесхозяйственности нашей. Получится, наверное, скорее всего, как всегда. Деньги выделили, построили, не достроили, а теперь будем ждать, когда начнет рушиться, чтобы опять снова выбивать деньги на то, чтобы его восстановить. Место событий – журналисты Роман Вершинидзе и Андрей Хлопчик.